Всем привет, друзья, с вами Локи, и мы продолжаем играть в FIFA 13 карьера. У нас матч Лиги Чемпионов, четвертьфинал против Лацио. Давайте посмотрим, что по составам. Так, руководство командой, состав. Денисов у нас совсем устал, давайте Вицеля поставим сюда. А Денисова сменим на... Давайте на Файзулина. Вот так вот. Выход на поле. Два матча у Ливерпуля выиграл Лацио. Давайте уже пропускайте это. Все, погнали. Это четвертьфинал. Это Лига Чемпионов. Это Зенит против Лацио. И сразу в жесткий прессинг. Марсело играет на Аспиликуэту. Тут Лавесси. Пошло ускорение Лавесси на фланге. Подача. Это даже скорее был удар, чем подача. Киржаков. Удар по воротам и гол. Ломбертс головой забивает мяч в ворота на 6-й минуте. Отличное начало. Но не будем забывать, как у нас бывает. Халк с мячом. Теперь бразилец попробует прорваться по своему флангу. И не получается. Но заставили ошибиться соперника, и мяч за боковой. Вицель помог Ломбертсу, но мяч остался у игроков Лацио. Здесь уже Лавесси. С мячом Файзулин. Дани. И надо бежать. Файзулин с мячом. Теряет? Нет. И Лавесси в аут его. Выносит. Быстро уже подустали наши футболисты. Конец сезона. Файзулин. Халк. Надо бить. Крестовина. Крестовина спасает Лацио. Халк как из пушки зарядил, но вратарь там был бессилен. Это понятно. После такого удара. Но и в створ попасть нам тоже не удалось. Это может быть опасно, но нет. Нападающий Лацио не догоняет мяч. И Малафеев будет вводить его из-за боковой... Ой, прошу прощения, от ворот. Из-за боковой. Вицель корпусом пытается оттеснить футболиста Лацио. Это может быть опасно. Подача. Удар головой, но Малафеев на месте. И нужно быстро мяч вводить в игру. Так и есть. Здесь уже Киржаков борется. Мяч оказывается на дальнем фланге. И штрафной удар будет. И что, Хуан Мата, желтая карточка, да. Сразу, без предупреждений, горчишник в студии. Малафеев молодец. Забрал мяч, тут же сбросил его на Марсело. Марсело с мячом. Вицель. Аспиликуэта. И теряет мяч.
Это может быть опасно. Но нет, сам же отрабатывает, пускай и не точно. Но все-таки... Вот это может быть опасно. Прокидывает себе игрок на ход. Но Витцель оказался на месте. Лавесси с мячом. Киржаков. Файзулин. И чуть-чуть не дошла передача до Лавесси. Здесь Витцель побороться. Марсело на дешевом трюке убрал игрок Лацо. Вот здесь разобрались, молодцы. Да, я стал замечать, что от усталости команды и удары, и пасы все ухудшается. Киржаков. Эх, слишком сильно. Слишком сильно. Нужно будет делать замены в перерыве. Но 1-0. Со стандартного положения, с углового забили. Халк. Халк с мячом. Халк смещается на фланг. Обыгрывает двоих. И делает неточную передачу. Лавесси, заноси мяч в ворота. Не получилось. Тут же какие-то стеночки с вратарем. Вот это опасно может быть. Но Ломберс, браво, браво, красивый подкат. И перерыв, друзья. Сейчас нужно провести замены. Явно, что футболисты устали. Так, давайте посмотрим. Хуан Мата, я думаю, можно ему дать отдохнуть. Пусть выйдет Джорджевич. Теврейд вместо Лавесси. И... вместо Марсела на фланг давайте выпустим Губачан. Нет, давайте вот Анюков. И сменим вот так вот. Ломберц. Анюков на Спиркоид. Вот так вот поменяем. Тройная у нас замена. Это риск. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Итак, вторая половина матча началась. Мы разводим с центра поля Дани. Теврейд. Остается мяч в поле. Анюков. Дани. И неточный пас Теврейду. Но Дани тут же в подкате отрабатывает. Теврейд подает. Селенок, что ли, не хватило. Дани укладывает. И будет угловой. Киржаков подает. Витцель не успел пробить. Файзулин, Халк. И снова неточный пас. Снова неточный пас. И вот это может быть очень опасно, но нет. Анюков справляется. Дани. Киржаков. Файзулина, мне кажется, уронили. Халк прокидывал себе мяч и не догнал. Дани на фланге. Можно подавать. Подача. Халк. Что ж ты творишь-то, Файзулин? Витцель. Витцель не отпустит просто так. Анюков. Малафеев кулаками. Витцель на перехват. Тут же Джорджевич в помощь. И все, вроде разобрались. И вот она, наша быстрая атака. Попробуем, что получится. Ничего не получается. Киржаков передержал, но... тут же Джорджевич молодец.
А вот здесь вот передержал мяч. Кержаков с мячом. Кержаков пасует Дани, но передачи уже пошли совсем никуда. Этот Эврейд свеженький. Несется по флангу. Можно подавать. Подача. Удар головой. И что? Мяч показывает, что попал. Судья показывает, что мяч попал в руку. Я не совсем с этим согласен. Джорджевич. Эх, чуть-чуть не хватило. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Дани. Из последних сил бежать. Бежать и прессинговать. Эх, вот здесь вот уже не зацепился. Еще одна замена у Лацо. Теврейд, молодец, хорошо вошел в игру. Аут наш. Только я его похвалил, и он тут же скинул мяч сопернику. Ну вот здесь-то. Ушел, ушел мяч, ушел, отдай обратно. Дани с мячом. Здесь уже Ника Ломбертс. Анюков на подхвате. Выбейте, выбейте, ребята. И Малафеев спасает. Но атака не завершена, вот теперь можно передохнуть. Малафеев вытаскивает мертвый мяч, ребят. Никого не было. Вот это что, не штрафной? Бежать, бежать, Халк. Давай, 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 давай. Эх, уже сил просто на... Халк сделал такой рывок. Но партнеры не останавливаются. И посылают мяч снова бразильцу. Вот уже перехват Лацо. Хорошо, разыграли. Малафеев должен выйти, удар по воротам 1-1. 90-я минута, вот так вот выдохлись мы просто по полной программе. И еще один неточный пас. Еще один неточный пас, ну вот наш перехват. Может быть, что-то получится. Файзулин. Бьет мимо, выше, в никуда. 1-1. 1-1, и все решится в ответной встрече. Сейчас у нас матч против Мордовии, если я не ошибаюсь. Который я предлагаю нам просимулировать, потому что... С этой командой я не вижу интереса играть. Мы проиграли, ну ничего, бывает и так. Игрок травмирован, Быстров, понятно. И у нас ответный матч. Ответный матч против Лацо. Управление командой самостоятельно. Состав. Дани, Хуан Мата, Вицель, Лавесси, Киржаков, Халк. Так, Быстрова надо поменять на... Давайте на Евсеева. Нет, следующий матч играть. Теперь мы играем дома. И здесь каждый пропущенный мяч будет
очень много нам неприятностей доставлять. Я надеюсь, что этого не будет. Ну что, начинаем. Начинаем. Идет дождь. Привычная питерская погода. Лавесси. Играет здание на коротке. Халк бьет. Его роняют, но он не сдается. Попробуем еще одну атаку. Асперкуэта. Лавесси. И зарабатываем угловой. В первом матче угловой нам принес гол. Посмотрим, что будет на этот раз. И выбили, выбили. Опасно было, но все же футболисты справились. Дани. Пас на Вицеля. Вицель, бей! Куда ты бьешь, друг? Ты, по-моему, потерял ворота. Если уж такие не забивать. Я вообще, на самом деле, не понимаю, что происходит иногда в FIFA. Потому что вот это, ну, это не удар. У меня, видимо, что-то с геймпадом, потому что в последнее время у меня не получается ни навесы, ни удары. Вот, удар, но это мимо. Вот здесь хотя бы он как-то в сторону ворот попал. И раньше в те моменты, когда игрок забивал, теперь офсайд. Теперь он бьет вообще непонятно куда. А Спирако это с мячом. В центр на Вицеля. Вицель. Вицель на Киржакова, у которого не хватает просто сил бежать. Хуан Мата попробует обыграть. Киржаков. Лавесси. Мне кажется, надо давать штрафной удар. Нет. Марсело. Играет на Халка. Халк. Халк играет с Вицелем. Вицель. Пасует Халку, но мяч не доходит до бразильца. Вот здесь хорошо разыграли. Хуан Мата. Лавесси. Хуан Мата бьет. Не получается прострел Халка. А вот это вот выход один на один. Но Марсело молодец, спасает. Уменьшил угол. Лавесси. Идет сам. И передерживает. Передерживает мяч. Марсело. Денисов. Халк. Не дошел мяч до Халка. А вот теперь дошел. Денисов, ну вот, бей! Эх, не получается. 30 минут сыграно. Счет 0-0. И пока что довольно равная игра. Ну вот, Лацо был в своей атаке, и она у него не прошла. Киржаков играет на Дани. Дани с мячом. Снова Киржаков. Эх, не прошло у Вицеля. Хотел протолкнуть и себя, и мяч в штрафную. Вот сейчас можно что-то попробовать. Нет, не получилось у нас.
Перехват вот сейчас. И Денис выпускает мяч далековато. Марсело. Вицель с мячом. Киржаков. На Денисова. Денисов. А тому не хватает скорости уже. Сил нет. И вот может быть опасная атака Лацио. Заброс мяча. Будет подача. Подача есть. Денисов, удар, штанга. И опять только чудо нас спасает. Киржаков. Первый тайм закончен, друзья. Счет 0-0. И это пока ничья выводит нас вперед. Но давайте посмотрим, что у нас по составу. Дани. Джорджевич. Мне кажется, Халк совсем устал. Давайте дадим ему отдохнуть. И пускай Джорджевич на фланге попрорывается. Сейчас главное грамотнее играть в защите. Грамотнее играть в защите и попробовать что-то придумать в то же время и в атаке. Ну вот, Вицель. Пасует Джорджевичу. Джорджевич с мячом. Джорджевич ускоряется. Нет. Не получилось. Денисов. Его обыграли. А вот это может быть очень опасно. Но нет, Марсело справляется. Дани. Играет на Джорджевича. Там был офсайд. Да, положение вне игры. Ну, неплохо, активно вошел Джорджевич. Не будем сглазивать, я бы даже так сказал. Так что давайте смотреть. Вот это что у нас? Нет, это ничего. Марсело играет на Хуана Мату. Хуан Мата с мячом. Играет на Вицеля. Вицель. А Вицель делает неточный пас. Киржаков в прессинге. Ну, мне кажется, чистая игра была в плечо, никакого нарушения правил и каких-то злоумышленных подкатов там здесь точно не было. Джорджевич с мячом. Ну вот здесь точно такой же толчок был, как сделал Киржаков. И что? И судья молчит. Удар. И мяч влетает в пустые ворота. Да. Проигрыш нас не красит. Хуан Мата. И снова оборона провалилась. Но Денисов молодец. Хуан Мата. Джорджевич. Пас на Киржакова. Киржаков с мячом. Снова Джорджевич. Вицель. Ох, как... Рикошетит мяч и уходит выше ворот на угловой. Подача. Лацио отбиваться стал. Вот что. Начал отбиваться и надо пробовать. Дани с мячом. Лавесси. Ну вот, что за пасы начались, я не понимаю. Ребята устали. Не знаю, до этого вот реально два дня назад играл, такого не было. Сейчас такое ощущение, что они разучились давать пасы, бить в створ ворот. Дани, да какой штрафной? Еще одна замена.
Подача и отворот. Отворот. Малафеев сейчас подальше. Киржаков. Вот это великолепный пас. Куда? Зачем? Что? Кому главное? Ломберц, Вицель, Дани. Не доходит пас до Лавесси. 76-я минута матча. Ого! Вот это гол! Вот это гол, красавец! Я не спорю, просто с линии вмочалил. И Малафеев отбил прямо в свои ворота. 3. Ну, теперь, мне кажется, мы уже не отыграемся никак. Ломберт, Аспирокуэта, Дани. Вицель, Хуан Мата. А так все хорошо начиналось. В первом-то матче. Марсело. Восемьдесят четвертая минута, 85-я. Гол престижа в родных стенах. Денисов. И выбивают подальше. 88-я минута. Марсело. Хуан Мата проскакивает. Удар по воротам. Вратарь переводит мяч на угловой. Киржаков. Подача. Вицель. Денисов. Скидывал Ломберцу. Еще один выход игроков Лацио. И все, финальный свисток. Вот так вот. Продули мы, друзья, продули все, что можно. Ну ничего, так бывает. Без проигрышей не будет и побед. Спасибо, что были со мной. С вами был Локи. Всем спасибо. Подписывайтесь все на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем еще раз спасибо и пока-пока.